Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили качество уборки от снега нескольких дворовых территорий в микрорайоне «Новая Трехгорка» и поселке Барвиха. Особое внимание партийцы уделили графику выполнения работ. В первую очередь очищаются территории и пешеходные зоны возле детских садов, школ, больниц, социальных учреждений и переходы. Затем начинается плановая уборка дорог и дворов. Собранный снег должен оперативно вывозиться на снегобазу.